Вот, все. Мы в эфире. Добрый день. Мы едем в Новокубанск с города Армавира, Краснодарский край. Улица какая? Едем улица... Тургенева. Проезжаем. Тургенева и какой? Урицкого. Урицкого. Урицкого, да. По Урицкого едем. По Улицке мосту едем. У нас тут пасмурная сегодня. Обещают дождь. Форштадт. А, да, вон Форштадт видно, да. Вон прямо смотрим, это Форштадт. Дальше в Форштадт. Там горы, да? Да, дядя Борцов. Там горы. А? Может, почесать? Был. Там горы, да, правильно? Это же немецкое слово, правильно? Форштадт. Это означает маленький микрорайон, да, какой-то Форштадт слово. Правильно? Крепление, да? Форштадт. Понятно. Каждый год украшают город. Красивее и красивее становится. Это какой сквер называется? Вот там. Как называется? Сквер. Там сквер большой. Здравствуйте. Знакомая, да? Валекаме. А? Улица Тургенева тут. Кто это Тургенева? Розочка. Вот Тургенева. Кредо, магазин. Проехали через Урицкий, проехали. Роза, Люксембург, улица. Тут все еще старье, да? Все старье, да, действительно. Справа нету. Справа нету машин, поехали. Тут уже фрукты заканчиваются. Вишня уже давно закончилась. Яблоко уже вот-вот можно будет попробовать. Комментируй, Виктор. А скажи, что значит? Справа машина, пропускаем. Зачем люди смотрят? Арбуз продают. Да. Лет 70, да? Молодые. Thank you.
русский. Сейчас тут рядом будет армянская церковь. Да. Полина Осипенко, да, улица? Да. Помаши руку. Да, искусственные неровности. Полицейский, да? Да. Говорят, полицейский лежит. А зимой, если замерзнет, да, бушлату кинь на полицейский, чтобы не замерз. Ну, это насчет искусства неровности. Прикол такой. Ну, красивый город, действительно. Да, вон армянская церковь. Город Армавир. Там сейчас ремонт. Еще улучшают процесс. Сад у них очень красивый. Тут больница. Ага, спасибо, пешеходу. Да, люди проходите. Тут больница. Онкологический. Привет. Чего? Онкодиспансер. А, вот это. Ну, онкологический, да. Улица Жукова едем. Тут тоже все старье, можно сказать, да? Все старье, вот. Кто-то улучшал, кто-то нет, вот. Все сыпается нафиг. Никому не нужно. Вот такое старье. Да, вот, вот. Ну, это давно строили, да. Ну, прикольный такой дизайн. Можно отсюда ехать направо. Здесь вообще очень асфальт. Тут асфальт сделан. А там? А там перед рестораном чуть-чуть и все. Там тоже асфальт. Асфальт до ресторана вообще бомба. Я справа еду и все, и там выезжаю нормально. А это что тут? Собачка. Привет. Да. Тут слева голубь, да? Памятник, да, тоже? На руке вон голубь. Ночью радуга красиво. Светит. Надо ее слышать. Его надо сказать. Да, у него есть. У него Ямаха. Что мы так? Тут тоже прикольный сад. Дальше водохранилище. Если вот туда идти, там водохранилище. Вот дорогу делают, молодцы. Тут это что, спецназы даже, офицеры, да? Вот здесь. Тут лента, которая раньше назывался Ашаном, теперь лента. Лента покупал. Авиацена. Там автомойка. Сытый ресторан. Микрорайон Северный. Очень прикольный сделали. Очень такой. Больше вид как на природе у
них такой ремонт. Как будто в лесу находишься. Мы доехали юбилейный, да? Юбилейный микрорайон, да? Тоже район, да, Майна? Тут спецназ, значит. Спецназ. Вот юбилейный, пожалуйста. Усадьба. Как? Центральная усадьба. Центральная усадьба, да? А дальше? Дальше Капланово, да, начинается или что? Ну, на Рецлетанах. Или Поляна. Была Дерети. Народный район. Вот Форштадт отсюда тоже видно. Люди рыбу ловят. Пруд что ли? Пруд, да, по-моему, там частный. А, да, там частный. О, горы вообще. Так классно. Теплица там, да. Нет, здесь поляна еще. Красная поляна, да. Это райончик, да, такой? Не деревни, да, даже? Район Красный. Поселок? Поселок. Карасково видно, да? Ага. На тракт. Поселок Карасково типа. Способ найти. Радость как у городских, да, или что? Круто живут. Тут старые дома нету, да, видите? После, ну, не сильно, или есть? Есть, да? Есть. Ну здесь потом же переехали люди, начали строить. Нет? Позже. Чуть позже, да, чем в Армавире. За это тут смотришь, вот более-менее дома такие, а старые, да, немного. Раздваиваем, чего-то.
тут пятерочку поставили, нифига себе. В Армавире тоже, да? Уже пятерки дофига уже стало.